Шеф-повар Максим Григорьев. Драники без муки и яиц. Драники – любимое блюдо и взрослых, и детей. Какие только драники не готовят хозяйки: с ветчиной, с фаршем, с твердым сыром, с различной зеленью. Но все же самые классические драники готовятся практически из одного картофеля. По правилам, к ним нельзя добавлять ни муку, ни яйца. А сам картофель обязательно должен натираться на самой мелкой терке. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Картофель 1000 грамм. Лук репчатый 1 штука. Масло подсолнечное рафинированное 100 мл. Перец черный молотый 1 щепотка. Соль 1,5 чайных ложек. Шаг 1. Для работы нам понадобится картофель, лук, соль, перец, подсолнечное масло. Шаг 2. Картофель 1 кг и 1 лук очистить и натереть на самой мелкой терке. Немного отжать сок. Шаг 3. Добавить в картофельную массу 1,5 чайных ложек соли и 1 щепотку перца. Шаг 4. Сковороду хорошо разогреть, вместе с растительным маслом, 100 мл. Потом огонь убавить до среднего. Подсолнечного масла должно быть достаточно много, оно полностью должно покрывать дно сковороды. Набирать картофельную массу столовой ложкой и выкладывать на горячую сковороду, соблюдая расстояние между драниками. Жарить до золотистого цвета на одной стороне, а потом на второй. Шаг 5. Драники без яиц и муки готовы. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.